ничего нету, ничего. Почему сегодня решили поучаствовать? Ну, потому что погода хорошая, пригласили. Ну и вообще для участия, для общения с людьми. Потому что дома как бы ну, тяжело сидеть одной. Но сегодня настроение неплохое, но пока еще ничего не поймали. То есть ждем золотую рыбку. Сегодня мы обеспечиваем безопасность проведения рыбалки по подледному улову среди инвалидов. Связано это с тем, что доставка инвалидов обеспечивается на транспортных средствах. Выход на лед, как вы знаете, транспортных средств запрещен. Специально для этого были обследованы ледовые поля, выбрано наиболее безопасное место среди тех мест, где рыба более или менее ловится, проложены маршруты и сопровождены автобусы с инвалидами к месту рыбной ловли. По окончании рыбной ловли они будут также сопровождены нашими судами на воздушной подушке к берегу.